Всем привет, друзья мои, еще раз. Сегодня я, Петров Олег, профессиональный путешественник, уже буду делать вторую попытку вскрывания королевского кокосового ореха. У нас тут собирается толпа местных, но, понятное дело, такие ребята зажигают. Какой же мне открыть? Давайте откроем вот этот большой. This one. Окей? Okay. This side. Yes. This side. Ага, с этой стороны, с попки. Там, где он был прикреплен к дереву. Внимание. Поехали. Внимание. А, ари-ари. Ари-ари. Yes. Пилять надо, значит. Slowly. А. Ага. Ага. Все, я понял, как. Yeah. Ага. Yes. Ага. Ага. По чуть-чуть, как мне сказал мой друг. По чуть-чуть. Мал по малу. О, вот это уже побежало молоко кокосовое. Ох, и тесаки у них, слушай. Как говорил один гурин, могу тебе обрезание сделать. А, попытка номер два. А, это у нас дождевая вода уже набралась. А, вот этой частью ореха они просто будут, то есть я сейчас буду позже выедать сердцевину. Так, ну а пока мы будем смотреть, что такое кокосовое молоко. Что-то его тут опять совсем немного. Хотя нет, нормально, пол-литра есть. Самое здоровое, самое экологически чистое из встреченных мною на свете жидкостей. Будьте счастливы, здоровы и богаты. Cheers! Cheers! Как говорила моя мама, не поваляешь, не поешь. Ну ничего, нормально. Daddy. Мы, now we will wash it. Ничего страшного, мы этот помоем, а этот можно есть. Внимание, я вам сейчас покажу, как съедается мякоть кокосового ореха. Есть специальная ложка, которая сделана из его кожуры. И вот так вот выедается сердцевина. Нежнейшая, вкуснейшая субстанция, скажу я вам. Не забывайте подписываться, ставить лайки, комментировать, добавляться в друзья.
Меня зовут Олег Петров, я профессиональный путешественник. 15 месяцев я гуляю по планете практически беззатратно. Сейчас я передаю вам горячий привет со Шри-Ланки. Слава Украине! You can push stop. Push a button, please. My friend, push button, stop. Увидимся.